Всем привет! С вами Рита. Помните наш обзор про игривую кошечку Зумер Китти? Так вот, сегодня мы поиграем с ее младшими сестричками. Знакомьтесь, Зумер и Мяузис – стильные котята с пушистыми хвостиками от компании Spin Master. Кошечки Зумер и Мяузис любят заботу и внимание. Пообщайся с ней! Кошечка Зумер Мяузис может быть грустная, веселая и счастливая. Для того, чтобы узнать, в каком настроении она сейчас, тебе нужно нажать и удержать кнопочку на спине. А еще котята Зумер Мяузис очень любят играть. Для того, чтобы перейти в режим игры, тебе нужно нажать кнопку на спинке и с помощью нажатия на голову выбирать режим игры. Чтобы подтвердить свой выбор, тебе нужно нажать на нос. И игра начнется. Игра на ловкость. Мяукающий герой. В глазах у кошечки появляется квадрат, то есть падающая нота, которую ты должна успеть словить, передвигая руку вправо и лево перед датчиками на груди. Чем больше нот словишь, тем больше будет песенка. А если ты пропустишь ноту, то услышишь звук падения. Игра на внимание. Горячие руки. В глазах у кошечки будут меняться знаки, показывающие, что нужно сделать. Игра на скорость реакции. Совмести картинки. В ней тебе нужно совместить в глазах кошки одинаковые символы. Одну картинку предлагает кошечка, а вторую должна остановить ты хлопком по голове. Главное – все сделать вовремя. Но это лишь часть игр, в которые ты можешь играть вместе с Зумер Мяузис. А еще котята Зумер Мяузис очень дружелюбные и могут играть друг с другом. Для этого нужно расположить их мордочками друг к другу и одновременно нажать на их носики. Если знакомство пройдет успешно, то котята одновременно мяукнут, приветствуя друг друга, и начнут играть. Хлопни один раз по голове по одной из кошечек, и они обе закроют глаза. Отодвинь одну из них и посмотри, что будет. Хлопни дважды по голове и устрой между ними соревнование по шипению. Котята Зумер Мяузис станут для тебя не только другом, но и модным дополнением к твоему образу. Эти стильные кошечки бывают 4 расцветок, каждая из них яркая и красивая. Выбирай, какая тебе по душе, бери ее с собой на прогулку и играй вместе с друзьями. Тебе понравилось видео? Тогда ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока!